В Санкт-Петербурге во второй раз прошел тренерский саммит. Организатором выступила Ассоциация христиан-спортсменов. В прошлый раз международная конференция с участием известных тренеров и атлетов состоялась 2 года назад. Тогда она вызвала большой отклик среди участников, которые приехали в северную столицу из многих регионов России и стран дальнего и ближнего зарубежья. Тренер – это человек, профессия, призвание огромного влияния. Но вопрос, как сегодня влияют тренеры на детей и на своих воспитанников. Вот. И мы ожидаем это вдохновить тренеров, тренировать дальше, не сдаваться ни под какими трудностями, которые сегодня они сталкиваются. Ну и, конечно же, это помочь им смотреть на тренерство немножечко больше, глубже, интереснее, радостнее, вот, более профессионально. Тренер – человек влияния. К сожалению, не всегда это влияние бывает положительным. Но у христиан-спортсменов есть ответ, что нужно делать, чтобы результаты были только добрыми и на земле, и в вечной перспективе. Удивительно, но Бог пришел как раз через спорт в мою жизнь, потому что я познакомился с верующим другом как раз на баскетбольной секции. Я родился в Мурманске, там начал ходить заниматься баскетболом. И вот там мы познакомились, я узнал, что он верующий, он пригласил меня там на домашнюю группу молодежную. И вот после этого все началось. Среди участников саммита есть настоящие подвижники. Люди, которые служат детям, оставшимся без попечения родителей. Для таких ребят занятия спортом зачастую становится мостиком в нормальную жизнь и здоровую семью. Наша организация, она родилась благодаря откровению из стиха, в котором Иисус говорит: «Так да свет светит ваш перед людьми, чтобы они, видя ваши добрые дела, прославляли Отца Небесного». И благодаря этому стиху мы поняли, что через спорт мы можем делать добрые дела и тем самым прославить Отца Небесного. А слово «добро» – это отражение того, что мы хотим сеять через наш спорт. Саммит проходил в уютном зале гостиницы «Октябрьская» в историческом центре Санкт-Петербурга. Организаторы решили, что, несмотря на неспокойные времена и пандемию, спортсмены и тренеры должны собираться во имя будущего. И это уже само по себе чудо. В день открытия участников саммита ярким силовым шоу поприветствовал Михаил Платонов из Ярославля. Идея, конечно, появилась из-за того, что однажды просто в руки попалась видеокассета. Это было в 90... Нет, не в 90... В начале 2000-х годов, скажу так, где я видел силовое шоу атлетов из Америки. И я уже, будучи тогда, был верующим. И то, что меня удивило, то, что они делают какие-то силовые номера, надувают грелки, ломают камни, бейсбольные биты, гнут арматуры. Но больше всего меня зацепило, что через это они проповедуют Евангелие. Я думаю, вот это способ. Молодой тренер Дмитрий Плотников воспитал 3 чемпионов Европы по прыжкам на батуте. И он уверен, что верующий человек может быть успешным в мире спорта. То есть много очень людей, они не знают Христа, не знают просто, как выигрывать, побеждать. Там, не знаю, им это нравится. И мне это нравится. Я бы мог в этой области вот, да, именно прийти как на эту ниву и здесь быть светом. Спортивные состязания упоминаются в Библии. Апостол Павел сравнивал служение благовестника с жизнью спортсмена. Некоторые виды спорта появились благодаря христианам, и саммит в Санкт-Петербурге – отличный повод еще раз вспомнить об этом. Вообще изначально отталкиваться от волейбола, да, то, где он был основан, да, и кто его основал, то есть это христианин. Вот, и ну, я это узнал уже после того, как я стал играть в волейбол и тренировать, поэтому этот вид спорта, он не агрессивный. Во второй день саммита прошли занятия с опытными коучами и мотиваторами, позволяющие по-новому взглянуть на профессию спортивного тренера. В сильнейших лигах земного шара есть тренеры и атлеты, посвятившие свою жизнь Иисусу Христу, и им есть чем поделиться с коллегами и обществом. Михаил Манкевич, Мажит Булатханов, ТБН.